Сзади вас это. Два человека. Держите, бабушка, держите. Держите, держите, держите. Опа, отлично, отлично. Хорошо. Спасибо, все. В городе Покровске, Покровской громаде продолжает выдаваться гуманитарная помощь. Вчера и сегодня мы ее выдаем от фонда Рината Леонидовича Ахметова. Она выделена на поддержку наших незащищенных слоев населения, поэтому кому положено по статусу, кто находится в сложных жизненных условиях, вы имеете возможность прийти и получить. Старостинские округа выдавали вчера, получали, будут выдавать, наверное, сегодня-завтра. А что касается города, с сегодняшнего дня подвозится гуманитарная помощь и также выдается всем нуждающимся. Выдача идет в 3 пунктов. Адреса вы можете узнать через старших домов, через самоорганизацию. И хочу пожелать всем нам мирного неба и скорейшей перемоги. Один мальчик. Спасибо. Запускать людей? Да. Ну, человека можно. Сейчас. Спасибо вам большое. Подождите, сейчас. Два заходят? Да, два. Сюда. Я вам сейчас. Все. А можно к нам повернуться?